Приехали в Рундальский замок. Паркинг зеленый. В основном Литва, Германия, да, ну, Австрия даже есть. В общем, вот такое место тут вот. Куда что. Ну, типа мы находимся здесь. И вот надо идти туда вперед. Там вот автобусы тоже. Будем дальше смотреть, что тут и как. Тут никогда не были. Как ни странно, к замку, видите, идет не асфальт, а такая тропинка. Это Балтамая. И вот там виднеется вдалеке вроде бы замок. А, ну, это кафешка какая-то. Такая аллея. Еще один ресторанчик. И вот аллея. Идем, ищем, где вход. Там вот дальше вход. Вот он какой-то тусинч. Тоже. А вот это Пилс Крокс. Такая более дешевая кафешка, которая тут есть. Ну вот вход. Какая красота! Ага. Боже мой! Говорили. Не было сад? в то время асфальта не было. Сад, мне кажется, он за этой. Не посадили. За дом. Все, ну на всю Араву вот. Сколько нас человек? У нас получилось 42 евро. С небольшой скидочкой. Получается, что если хочешь и в замок, и в этот французский сад, 38 на семью. То есть это два взрослых, ну и два школьника. Так как у нас один школьник, все равно мы платим 38. Так что для детей до 3 лет как бы бесплатно. Ну, как бы логично. Там вот этот домик для бабочки там. Но там не особо выгодно. Там 5 евро взрослому и 3 евро школьнику. Ну, как видите, там вот помещение не особо большое. Такой замок красивый. Ну, тут можно снять, да. Эту машинку можно тоже взять. Сколько там, 4 евро она стоила вроде. Фонтанчик. Можно посидеть. Пошли погуляем, посмотрим. Красивое место найти. Просто цветов уже не так много. А вон в розу, посмотри, вот это в розу. Ай-яй-яй. Ну, какая тут аллея. Короче, тут разные виды роз. Все вот пронумерованы. В каком году, кто привез, откуда, то есть всякие, как что, любителям роз тут самое то. Самое то. Но могли, да, могли брусчаточку они тут сделать все-таки. То с коляской как-то так не очень удобно кататься. Ну, так, конечно, красотища. Фонтан.
фонтанчик. Можно монетки кидать, на счастье, наверное. Посмотрим, есть ли там они. Отлично. Вроде должны быть. Не, никто не кидает монетки. Странно. Жалеют денежек, наверное. Красоток всяких встречаем тут. Ладно, пойдем дальше гулять, а то мы тут подсели. Все подсели пока на одном месте. Но ваши ощущения от сада французского? Просто прекрасно. Чувствуешь себя какой-то принцессой, которая очутилась в древних каких-то средневековьях, наверное. Еще встретила своих сородичей. Еще встретила испанцев. Да. Вообще здорово. Труба какая-то. Заходим в трубу. Конца и края не видно. Да. Так, конечно, шикарно. С места для пикника. Сейчас глянем. Ну да, видите, можно зайти. Можете зайти в беседочку. Можете покушать, перекусить тут. Точки. Такое небольшое место. Листик, листик. Лабиринт какой-то. А где ж лабиринт? А где сам лабиринт? Фонтанчик тоже есть. Вот полный. А, вот вам лабиринт посередине. А, это что, серьезно? Да, да, да. Я думала, там, знаешь, как в этих ужасниках. Ну, да, да. Показывают. Ну, такое искусство. Просто такой, такой вот лабиринтик. Такой неинтересный. Что можем выходить, да. Все, теперь пойдем в замок. Тут, конечно, красиво, когда все цветы только начинают цвести. Сейчас уже такое, что все перецвели уже. Поэтому, ну да, с коляской неудобно по таким камням. Поэтому это чуть-чуть минус. Могли бы что-нибудь такую брусчаточку поставить или что? Так, ну тут типа кафешки, наверное. Типа что-то похожего. Ну да, кофейница. Боскет золотой вазы. Вот такая кафешечка небольшая. Вот такая. Мы хотим посмотреть, что там за дом японский. А, это туалет. Да, да. Прикольно. Теперь пойдем пошляемся по замку. Такой он. Дороги не рассчитаны для каблуков. Ну, вот там написано было так-то, что вообще с каблуками могут не пустить. Ходить очень сложно, но благо у меня не каблуки, у меня платформа. Скажи, можешь спорить, да, с ними? Да. Оспарить. Оспаривать. Ошпарить. Фактами. Дайте мне руку. Короче, я понял, вам не нравится, что это брусчатки. Так, час. Мы заходим в час.
сюда. Петрини, сейчас аккумулятор сядет. Нет, я еле дошла. Этим камням. Да. Позвони бабе. Прям глаза от солнца. Кухня тут раньше была. Для господ готовили. Для господ готовили кушать. Затрогаться хочется. Что? А тут синюю ложили на этой. Тут что-то, вот видишь, крылья. Вертела. Всякие бутылки. Это не выглядит прям какие-то старинные. Вот всякие там. Акустика хорошая тут, да? Да. Угу, хромы, хромы. Обои в моем стиле. А, в то время обои же. Ну ладно, это... Люстра в моем стиле. А занавесочки какие? Запоминай, будешь себе такое сделаешь. Так у меня уже все куплено. Ну, вот тут кто-то тут сидел, думал, как завоевать еще какие-нибудь. Нет, красиво, да? Так, какой вид из окна, главное, посмотри. Чем-то, кстати, эти напоминают, где у Бауски тоже, да? Да, печь. Похоже, вообще. Печь нельзя лечь. Там вот сад виден. Все это. Какие-то карты. Военная тайна. Да. Военная тайна. Но списано все. Сними, смотри, красивый консоль. Консоль? Да, игровая? Столик, консоль. Привет. Потолок сними. Я заснял. А, да. Ну это такой стиль королевы. О, тут еще дом полиции. Это вообще... Ну тут какие-то... Дракон. Так, там. Там слишком. Вот так. Я против. Значит, ты еще оставшись все как было? Даже розетки старые. Старинные. Учебный кабинет истории это. А тут что за? Непонятно. Умывальник старый. А тут мы видим окно уже на площадь. Реставрированное. Ткань, да? Да. Да. Так, дешевле, так выгодно. Вот, смотрите, люди были очень короткими в то время. Скажем, Аркашке было бы неудобно. Видишь, там можешь на компьютере посмотреть.
Про каждую комнату. Ну, про комнату, а не про людей. Не, ну там тоже есть, вот, нажимаешь там, где какие-то картины, вот, например, вот, Элиза, там написано, кто какая дочка. Тут чаёмничали, а тут уже ужинали. Тут уже ужинали. Скажи, ну, можно мы сейчас перекусим, да, с обед? Ну, шампанское для нас уже там. Шампанское уже для нас принесли. Все как надо. А-ля бильярд в свое время. Подобие бильярда. Типа все? Нет, там еще в ту сторону можно. А, карты. Это старые, часы. Да? Это старые, да, карты? Туда такие видно. Старинные. А там что такое за стол? Нарды? Ну да, нарды. Какая-то игра еще. Какая-то игра. Нарды. Кто-то с кем-то играл. Какая-то темная комната с кривой люстрой. А, ну вот этот, это точно вот какой-то российский. Кто знает. Выглядит как будто, нет? Какой-то похож на кого? Надо посмотреть. Тут точно будет. А, вот. Тут посмотри, да. Почему? Плитка везде. Понятно? Очень ладно. Что может быть точно как ванная. А, тут девушки переодевались, можно было подглядывать. Вот оружие, сабли, мушкеты. Потолки красивые, да? С цветами все. А, представьте, ну да, тут камин есть. А так вот тут все топить. Все топить. Раковина. Умывальник. Умывальник, да. Ну нельзя. Ну там ведь еще не сделано. Они делают что-то. Там точно нельзя, жалко. Представляешь, тут призраки, наверное, ночью. Наверное, да. Темно. Пошли, может, пока туда. А, ну, вот какое-то. Какое-то древо. Нет, конечно. Некоторые комнаты кажутся такие вообще, ну, не продуманные. Просто а тут комната. Это гардероб. Это. Да. Это вообще. Гардероб. Отдыхание. О, мейкап делал. А да, да. Косметический столик. Косметичка, да. Косметичка. Герцогини. Туалетик. Это биде. Предшественник биде. А потолок какой? Потолок красивый.
То есть это ты сидишь на биде и смотришь на себя. И там вот потом да? Этот еще какой-то глубже какой-то. Да. Одеяние. Да, чекенье. Тоже. Короткий, короткого роста, маленького. Ну да. Как тоже. Дети выглядят. Как короли. Да. Ну, кто разбирается, должен узнать кого-нибудь. Да, из личности. Вот еще какой-то личность. Волосы ивоны остались. Волосы ивоны остались. Наверное, видишь, старый выглядит очень. Ишки. Это владелец. Владелец чего? Это владелец поместья. Йохан Фридрих. Йохан Фридрих. Поняли, да. Ребята? Чуть-чуть вас... В историю окунули. Окунули, да. Информацию полезную сказали. Самое главное, владельцы. Увидели, показали вам. Зеркало-то тоже стало. Это выглядит, что да. Да, сохранилось. Что это выглядит старинно. 17 века. Но печка первый раз иначе выглядит. Вот какие-то еще гости, может быть, всякие. Ой, приезжал. Непонятно. Так, при выходе есть кафешка, когда погуляли. И вот такая услуга у вас в старинных одеяниях. Служит. Пойдем в другое место. Нет, мы все идем в подвал. Но идите все, я. Что? Это склеп, наверное, нет? Склеп? А, не, это. Ну, это какой-то капа пемени. Притащили из кладбища сюда. Не знаю. Мы видим свет. Ну вот, перекусили мы тут все. Все вместе получилось бургер. Да, там был супик и все у нас. Сними мою еду. Уже нечего снимать, я просто так, скажем так, вот такой. Все съели уже, все наели, все довольны. 4 человека за 40 евро поесть, в принципе, не страшно, 10 евро с человека. У меня суп 4, так что не так. Да, вот. Суп 4 евро. Так что вот это Пилс Крокс рядом с Рундельским замком.